Не. Ты ты так, ты ты сюда. Вот так. Оп. Ты фигня какая-то. Слушай, я до сих пор так и не поняла, как эта штуковина вообще работает. Что это вообще значит? Как туда проходить? И как мы так оказываемся в деревне? В прошлый раз вообще все так быстро произошло, что я ничего не поняла. А чё непонятного, я понять не могу. А вот я понять-то не могу, чего непонятного, что ты понять не можешь. Ведь это же вообще ничего не понятно. Да адское метро, я ж тебе это объяснял в предыдущей серии. Заходишь сюда, выходишь в нашей деревне, буквально за несколько секунд, и все. Так подожди, я думала, что мы с тобой поставим рельсы, шпалы, сядем на вагонетку, поедем и просто промчимся, как будто в будущее, такие... Фу, иди сюда. Давай я сделаем вот так, наглядным примером. Ты сейчас заходишь в этот портал и выходишь в деревню. А я надеваю крылья, беру фейерверки в зубы и лечу в деревню. И посмотрим, кто быстрее там окажется. Поняла? Так я же заблужусь сейчас, я там вообще ничего не помню. Давай наоборот. Давай ты пойдешь в портал, защитишь время, сколько в портале, а я на крыльях полечу. Все, хорошо, давай тогда вот так. Фейерверки готовы, крылья надеты. Давай сейчас посмотрим, кто кого. Я тебя вздрючу просто, давай. Ага, ну давай вот посмотрим. Давай, отчет, какой отчет? Можешь брать фейерверки, уже давай сразу лететь. Я тебе моментально фору даю. Давай, улетела. Все, давай. Раз, два, три. Ага, а я просто вот так на расслабончике захожу в портал. Меня здесь уже где-то ждет моя лодочка. Садимся в нее. И фигачим токийский дрифт вот сюда. Опа, нифига себе, наркоманы Петровичи здесь даже уже вот это поставили, чтобы мы... А что здесь житель делает? Ты что здесь забыл, вот этот крокозя, брат? Ладно, какая разница? Потом просто вот так берет, такие... А давай заново, Кать! А я уже в деревне! А у меня что-то не по плану все пошло. Сейчас, попытка номер два. Я уже бегу, Катюха. А вот тебя мы обратно к твоим родителям вернем. А то ты, походу, потерялся здесь немного. Там еще и свинюха из деревни сбежала. Господи, так, внутрь вот туда заходи. Ага. А вот и я. Здорово. Да только здравствуйте. Житель что-то обратно возвращаться не хочет. Я тебе говорю, там житель у нас потерялся. Он, походу, случайно в этот портал зашел. Короче, у меня там все не по плану пошло, потому что там была спасательная операция жителя. Я тебе предлагаю обратно так же вернуться. Давай. Ой, да ты просто отмазываешься. Ну хорошо, давай. Всё. Я так полечу первая. Давай. Все, берешь и летишь, давай обратно. Ага. Все, пока. Ой. Давай. Быстро. Да у меня тут задержка большая, потому что пока портал этот прогрузится, родить можно. И садимся и погнали. Главное не кокнуться. Так, еще чуть-чуть. Вылезаем и быстро передохаемся в портал. Я в боках застрял. Да что ж там все не по плану, там все... Катя, про... Кать! У меня опять здесь все сломалось! Я реально. Я даже шевелиться не могу, даже выйти отсюда! Мне так. Тебя спасти? В портал зайти? Да, зайди в портал. У меня тут реально. На этом сервере полеты отключены. А-а-а. Меня сервер забанил, Кать. А сейчас мне лодка спину придавила! Зайди в метро, вытащи меня, пожалуйста, отсюда! Сейчас, подожди, я тебя найду, жди. Радикулит, сколиоз, позвоночные хряди. Засоси меня. Привет. Ты не смейся там, ты лодку убери, вытащи меня отсюда. Вот, все. А до этого меня сервер вообще забанил нафиг, сказал то, что я полеты какие-то здесь включил. Короче, адское метро, оно как бы на то и адское. Ничего, я его усовершенствую потом, и вот такой вот фигни, я уверяю, тебя больше здесь не будет, честное слово. Я тебе предлагаю все равно хоть что-нибудь сделать, и хотя бы, ну, красивому сделать снаружи, поэтому пойдем что-нибудь придумаем. Так вот именно этим, Катюха, я и хотел заниматься в этой... серии. Сейчас собаку эту летающую убью. Вот. Доставала меня просто она в предыдущей серии. Офигеть как. Давай, иди обратно. Ну, знаешь, что-то мне не особо нравится, что вот этот портал стоит здесь посередине города. Он как-то вот, ну, некрасиво смотрится. Давай его перенесем. Сейчас я его, короче, разберу, и мы его в другое место перетащим, ага.
Это я тебя сейчас здесь разберу. Скажи мне, почему он тебе здесь не нравится, а портал как портал? Ну, я не знаю, надо что-то красивое сделать, чтобы было приятно смотреть глазу, а не просто, ну, типа, портал и портал. Это же всё-таки адское метро. Ну так, а чё ты, ты думаешь, чем мы будем заниматься в этой серии? Так я как раз из этого портала и хотел сделать какую-то конфетку, чтобы это была почти самая красивая постройка у нас в городе. У меня уже даже заготовка есть. Ну так, а чё ж ты молчишь-то тогда? Давай. Ну все, пошли тогда, посмотрим, есть ли у нас дома обсидиан. Если его нет, тогда придется идти и добывать где-то почти стак обсидиана, ни много ни мало. Вот и все. Отлично, я, кстати, знаю, как добывается обсидиан. Это просто лава водой заливается, да-да. Ну тогда ты иди бери ведра, они где-то у нас вот здесь должны находиться. Я не помню, иди, короче, сама найди среди сундуков, а я тогда подготовлю нам все остальные ресурсы. Потому что нам понадобятся все возможные вот эти адские деревья в первую очередь. А чё ты бухаешь уже? А я это самое, да я просто ведра, ну, нашла с молоком, а молоко-то надо, ну, от него избавиться, поэтому я его выпила, вот ведра теперь есть. А, в принципе, логично, только у нас где-то пустые ведра были, ну и какая разница. Все, давай, за лавой пошуровала, обсидиан мне притащила. А я пойду к чертовой бабушке, снесу вот этот старый портал и начну на его месте строить новый. А, то есть вот такой вот ширины у нас будет, потом получается раз, два, три, четыре, пять. Господи, с этими крыльями вообще неудобно строить. Обсидиан принесла? Привет, принесла. А что ты сделал с этим порталом? Держи. О, нормально. Сколько у нас получилось? 48 штук! Так это нормально! Это прям хватит нам, можно сказать, почти на весь портал. Сейчас, подожди, я подмостки запердохаю куда-то вот сюда, вот так. Так и а зачем ты старый сломал? Да потому что у нас намного больше будет, чем вот этот. Сейчас я тебе покажу, насколько у нас огромный будет. Здесь у нас тогда 5 блоков получается. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Потом также берем, также вот спускаемся вот до сюда. Опа! И просраиваем. И примерно, Катюха, у нас, я тебе скажу, вот какой-то... Вот такой вот портал получится, только там еще одного блока не хватает. Скажи мне, пожалуйста, ты в гости какого-то великана позвал? Или на кой черт такой высокий-то, а? Мы что, не поместимся, что ли? Да ты погоди, да ничего не высокий. Ты просто еще до сих пор не знаешь, что я там буду строить. Сейчас, подожди, я последний блок сюда запердохаю. Опа, вот так, зажигалка есть? Если есть, поджигай давай. Так, у меня есть только порох. Ладно, тогда свою зажигалку возьму и своей зажигалкой подожгу. Опа-на! Ничего не понимаю, вообще ничего не понимаю. Может, ты тогда расскажешь, что ты строишь, а? Чтобы я лишних вопросов-то не задавала. А вот потом сама все увидишь. Бери половину вот этих ограды и давай повторяй за мной. С этой стороны надо 10 оград поставить. Вот так 5, 6, 7. Подмостки тоже ставь и строй. Так, подожди. Сколько? Раз, два. А как? Ну это забор, ты на него никак запрыгнуть не сможешь, поэтому давай, строй. 8, 9, 10, и с этой стороны то же самое. Потом сюда ставим резной вот этот чернит и... Ай! Вот это неудобно, вот эти подмостки, они прям очень неудобные. Заберись наверх, ты где? Заберись наверх, поставь резной чернит вот с этой стороны давай. Так подожди, надо эти подмостки, во-первых, сломать. Во-вторых, взять их и нормально построить... И нормально построить вот такую штуку, чтобы было удобно всем с двух сторон. Ты чё? Ой, ну как наверх построить? Ну типа, ну как-то так. А чё ты сейчас сделала? Зачем это? Я пыталась наверх построить. Тут ты построил с одной стороны вот ну, какую-то длинную фигню. Надо же полностью построить. Нормально. Всё, забирайся давай. Ай, блин, опять не понял ты меня. Вот сюда. Потом опа, вот сюда. Вот так и вот так. И сюда еще один резной. Ага, все. Потом надо взять обычный чернит и примерно... Да я ничего не понимаю, что ты строишь, а? Ничего не понятно. Что это такое? Сталкивать-то меня зачем? Подожди. Да, я сейчас хотя бы это дострою, потом все сама догадаешься. Я тебе не буду говорить, что я строю. Подожди. Так может я тебе помочь хочу построить, что ты мне даже не говоришь. Так и вот так. Ага. Я ненавижу эти подмостки, я тебе честно говорю. Я тебя не сталкивала.
А сейчас настало время для адского дерева, которое... ненавижу подмостки, я тебе вроде это уже говорил. Еще раз ненавижу подмостки, это я тебе тоже говорил. Дерево, которое мы будем ставить, отойди вот это в сторону. Ненавижу подмостки, я тебе это уже говорил, поднимись обратно. Ступеньки, ступеньки. Берем чернит, ставим ее вот сюда, 3 блока. Ты лампы какие-то принесла, которые я тебя просил? Если да, ставь их сразу вот сюда, в центр. У меня есть только грибосвет. А, ты ненавидишь подмостки, да? Я ненавижу подмостки, ты все Ядрёный ртуть! А что тут три Игоря-то внизу-то тусуются? Вы подождите, мы еще даже не достроили вот это. Так, Катя, спасай меня. Я наверх. Ненавижу подмостки, мать. Ой, там еще утопленник, за тобой идет. Главное, чтобы он без трезубца был. Так, ставь вот этот свет туда. Ага, все, молодец. Ограду вот сюда. И каменные вот эти каменные черниц ставим вот так. Вот, сейчас ты уже примерно понимаешь. Ты тоже ненавидишь подмостки? Да, я, знаешь, ненавижу подмостки. Ага. Хорошо, ты уже примерно понимаешь, что это будет такое? Нет, сейчас, подожди, со стороны посмотреть надо. Ну, это и отлично, что ты нифига не понимаешь. Это что-то мне напоминает. Вот прям крутится на языке, не могу понять, что это напоминает. Как будто, знаешь, что-то вот в землю воткнули, как бы, ну, как это называется? Ну, типа, наполовину предмет, то есть, получается, он под низом, там, продолжение его, да? Ну? И что воткнули в землю? Так, ну если там вверху такие, как бы в сторону такие, эти вот сюда. Это меч? А воткнут он в землю почему? Ну потому что как бы он ведет в ад. Ну, если в наземном мире у нас верхушка меча, то в аду будет низушка меча, или как это называется. А в аду будет торчать меч сверху, понимаешь? Так это получается, мы сейчас отправимся в ад и будем достраивать второй кусок меча? Ну, как бы, наверное, да, но ты пока подожди, потому что мы еще даже вот этот меч до конца не достроили. Ты куда разогналась-то? А по-моему, шикарно выглядит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потом ставим вот сюда вот так вот люки. Их сразу же закрываем. Это уже верхушка будет нашего меча. Потом продолжаем 8. Ставим сюда вот так вот ступенечки по всем сторонам. А можно я сейчас поставлю? Пожалуйста, можно я? Ага, хорошо, спасибо. Так, берем фонарики синенькие. Сюда один, сюда. Главное не кокнуться. И с другой стороны также поставить сюда. Как-то странный меч с фонарями, но ничего страшного. Так, сюда один поставила. Ой! Потом убираем отсюда один люк и ставим сюда также цепь и пришаманиваем фонарчик. Да ничего не странное, нормально, если здесь будут фонари. Зато у нас вот этот меч всегда будет сиять и днем, и ночью. А мы его назовем как-нибудь, а? Адское метро так и будет называться. Нет, давай назовем его этот меч в честь кого-нибудь. Кто у нас знаменательный очень в деревне? Меч Константин. Давай. Звучит реально. Меч Константин, как будто царя какого-то. Нормально. А сейчас помогай мне расчищать здесь поляночку, потому что меч сверху, можно сказать, уже практически готов. Осталось достроить его вот здесь вот снизу, чтобы, знаешь, как будто ад из этого меча выходит в наружный мир, вот сюда. А с этой стороны поставим вот так вот, красную вот эту вот всю фигню. А ты знаешь что, сгоняй домой и притащи вот эту всю вот адскую приблуду, которая там есть. Вот эти все грибы адские, мамину маму и вот это все остальное. Мне кажется, оно здесь тоже будет красиво смотреться. Давай. Я поняла, ща буду. Так, я принесла всю адскую приблуду. Отойди, сейчас дизайнер все порешает. Сюда багровые грибочки поставим, на эту сторону искаженные грибочки. Можно еще багровые корни куда-нибудь запихать, чтобы, знаешь, чужой не прошел, чтобы сразу укололся. Есть еще лоза, на ты ее куда-нибудь поставь. Да. И искаженные корни вот сюда. Вот сюда, без разницы, на самом деле, куда ее ставить. Главное, чтобы здесь у нас было красиво. Так, вот этот куст я передвину куда-то вот в эту сторону, вот сюда. А вот это уже лишнее. Так, ну и в принципе, вот там подмосток застрял где-то. Ну какая разница, иди сюда, отойдем немножко подальше.
Катюха, это произведение искусства, я тебе так скажу. Он похож прям на китайский какой-то меч. Это надо было возле панды строить. Меч, меч самурая. Так он и есть возле панды. Вот здесь панды у нас, нет? Так там ламы у нас, ты все перепутал. Меч Константина, китайский. А так Костя же не из Китая вроде. Он из Грузии. Он из Грузии, вот. Меч Константина грузийский. Грузинский. Грузийский, грузинский. Какая разница? Главное, что это Константин. Вот и все. Табличку надо поставить еще, и тогда будет завершено все. А вот там, кстати, я видел какую-то табличку. Сейчас ее вот заберем и поставим, подпишем этот меч. А потом еще останется сделать его продолжение где-то в аду. Так, это у меня такой вопрос. Это ты эту табличку поставила? Нет. А кто? Давай подумаем вместе. Забирай табличку, иди сюда и подписывай давай меч быстро. Так, грибы выбросим. Ой. Чё, прям здесь что ли поставишь? Прям здесь, тихо не отвлекай. Меч Константина. Меч Константин. Ай, так сойдёт. Меч Константин. Константинна? Почему Константинна? Кать, он а не... А почему грузийский? Он не Константин, он Константин! Так сойдет. Ну, Костя у нас, в принципе, странный человек, поэтому да, можно сказать, что сойдет и так. Ну все, отправляемся в ад и будем строить его продолжение. Че, прям сейчас, что ли? А прям когда? Я устала, ладно, пойдем. Константин, я не думал, что ты такой красивый.